стороны аэропорта Шереметьево развернулся рок-концерт. Под звуки гитарных аккордов байкеры готовят свою технику к большому мотопробегу. 70 сотрудников нескольких авиакомпаний и аэропорта Шереметьево организовали массовый заезд в столицу Поволжья в честь столетия рейса Москва-Нижний Новгород-Москва. В этом мотопробеге принимают участие работники России, Победы, Аэрофлота. Протяженность маршрута в одну сторону составит 470 километров в одну сторону. Итого проедем где-то 900 в общей сумме. Дистанция не самая большая, говорят байкеры. Поэтому сил хватит и на дорогу, и на участие в празднике, посвященном столетию полетов. Работаю в компании «Аэрофлот» 11 лет. Занимаюсь, увлекаюсь мотоциклами, скажем так, мотодвижением. От пробега жду самых хороших, позитивных эмоций. Я так думаю, что будет очень красиво, потому что потом пройдет еще авиашоу в Нижнем Новгороде с участием боевой группы «Русь». К мотопробегу готовились 2 месяца, продумывали маршрут, организацию торжественной части. По словам инициатора акции Ильи Перфильева, авиаторов и мотоциклистов объединяет многое. Дух путешествий и свобода передвижения – это то, что объединяет и авиацию, и мотоциклизм. Поэтому, коллеги, сегодня всем желаю хорошо провести время, отмучиться, завтра хорошо отдохнуть. Всем хорошей дороги и ни гвоздя, ни жезла. Мотоциклисты прибудут к аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде, чтобы встретить уникальный ретро-рейс Аэрофлота, посвященный столетию полетов. Маршрут между Нижним Новгородом и Москвой стал первой регулярной авиалинией в истории авиакомпании. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.